разработала мобильное приложение и стала лауреатом первой степени на второй Всероссийской научной конференции в Казани. Студентка первого курса Покровского колледжа обошла 11 участников. К Туяре Борисовой пришла идея создания мобильного приложения по мотивам студенческой жизни. За помощью якутянка обратилась к своему преподавателю, и совместными усилиями им удалось воплотить в жизнь проект под названием «Создание игры стимулятора жизни студента». Путевку в Казань Туяра получила после успешного участия в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию». Свою работу Туяра хочет связать с дизайном компьютерных игр. В игре есть шкала жизни, шкала настроения и сытости. Чтобы восполнить сытость, надо купить еду, а чтобы купить, надо заработать. Игра пока еще совершенствуется. В дальнейшем хочу добавить в игру новые возможности. Например, студент может купить себе квартиру, дом, машину или может поехать куда-нибудь в другую страну.